Граждане в Армении живут в 2021 году хуже, чем в 2020 году, когда ощущались последствия неоправданных экономических ограничений и 44-дневной войны. А в следующем году люди будут жить еще хуже, чем в нынешнем году. Об этом заявил депутат от блока Армения, экономист Адева Саветисян. Около 25% сотрудников в Армении работают за минимальную зарплату. После 2018 года потребительские цены и стоимость минимальной потребительской корзины выросли на 15,5%, тогда как средняя реальная зарплата сотрудников снизилась. Минимальный размер пенсии увеличился в 4 раза меньше, чем суммарный рост потребительских цен. В 2022 году минимальная и базовая зарплаты, размер основной пенсии, базовый размер социальных пособий не увеличится. Кроме того, власти прогнозируют рост потребительских цен на 5,5%. В сравнении с 2019 годом уровень бедности в 2020 году повысился примерно на 0,6% пункта. Факторы этой тенденции усилились в 2021 году и сохранятся в 2022 году, отметил депутат. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.